Ну да, ты прав, ты меня троллишь тем, что настало лето, блядь, и лохи есть, которые сидят с 5 или 6 аккаунтов, как ты сказал, играют целыми днями в ХЛ, это, блядь, конечно, да, это действительно. Мне страшно за молодежь. Ты реально со всех хаков играешь по 6-7 часов в сутки, это пиздец какой-то. А заебись ставить себе аватарки тёлку, которую ты, блядь, даже никогда за сиськи-то не трогал. О, ты предсказуем как пиздец. То есть тебе все еще жмешь, что ее у тебя нет, да? Да нет, это дешево. Да это дешево. Все, что ты говоришь, это дешево. Это даже не троллинг, это, блядь, дешевая хуета, блядь. Как и ты сам, впрочем. Да нет, дальше то, что ты просто лох, вот и все. Да что мне говорить-то? Я просто надеялся, что ну, не, все не настолько плохо, да, оказалось все еще хуже, чем есть. Это понятно. Просто ты из себя что-то корёшь все время какого-то охуенного типа, блядь, типа пытаешься кого-то трахать. Ты же, блядь, ну, хуй путала. Особенно с аккаунта СМЦ, блядь, вот это, блядь, меня радует вообще. СМЦ, знаешь такой аккаунт? Боевой пидорас там такой. Да чё, не, пиздобол, твой аккаунт-то, блядь. Город Аксай, чё, у нас дохуя, блядь, лохов из Аксая, блядь, по-моему, только ты, блядь, дебил и кусок. Конечно, твой хуй ты, блядь. Конечно. Я даже не знаю, как это говногород пишется, а ты сразу написал его. Не, он просто в статистике по-английски указан. На всех твоих хаках в статистике указан твой город, дебил и кусок. На всех четырех. Да не ух ты, а так и есть, хуля. Да не, мне просто интересно, блядь, зачем ты ставишь на аватарку тёлку, которую ты никогда в жизни не видел. И которую, в принципе, мой брат, блядь, лапал за сиськи. И не только за сиськи. Тупой коза. Так я тебе вопрос задал, ответь на него. Просто так это жоп. Последние 6 или 7 просто так? Не просто так. Да не, ничего, я просто хочу, чтобы ты знал, что ты лох, и все это знают, вот и все. Просто скажи, что ты лох, и я успокоюсь. Ну, значит, не все. Да нет, тебе просто нечего сказать. Поэтому вы все предсказуемо говорите, что вам все нравится, вас все устраивает.
Да-да, окей, ха-ха, хорошо, бла-бла-бла, тральте, продолжай, говори, скажи что-нибудь еще. Вы предсказуемые просто как лохи, блядь, все причем. Только все эти фразы говорите только тогда, когда нечего сказать по делу. Обычно ты такой боевой пидорас на серверах, а тут ты, блядь, что-то сосну хуйца сразу. Если что, это не джерк. Ну, ты предсказуем, я же говорю. Тебе даже твой волхак, блядь, не помогает, понимаешь? Голос похож, но это не джерк. Да я это без тебя знаю. Не, ну ты стараешься не палиться, что он есть, но это проскакивает иногда. Причем проскакивает пиздец как. Не, ну блять, это вообще-то он мне сказал, что у тебя 4-5 аккаунта. Потому что он админ на сервере, он всю эту хуйню видит и угорает с тебя, блять. Не только он, дохуя людей уже угорает над тобой дебилом. Просто это насколько надо быть никчемным в жизни, чтобы создать себе кучу аков, сидеть на них дрочить, блядь. Еще с волхаком, блядь, это круто. О, молодец, ты включил, блядь, боевой пидорас. О, был, а сейчас он стал, да? Стал говорить, ну давай, давай. Я тебя слушаю, что скажешь в оправдание. Мне просто интересно, кто ты такой в жизни, ты по 7 часов каждый день сидишь, блядь, и дрочишь. 7 часов в день, каждый день, блядь, с наступлением лета. Конечно, тебе нечего сказать. А молчи просто, если тебе нечего сказать. Кай, блядь, впитывай, я хуй знает, что ты делаешь. ВХ он есть, а вообще, когда говорят, мне нравится, что ты говоришь, это чистейший слив. Я сегодня такое слушал, человек от 5, наверное, когда их, блядь, поймали на всей хуйне, они... А, мне нравится, что ты говоришь, вы, блядь, предсказуемы, как говно, вы быдло такое, знаете, вы не создаете контента, вы, блядь, не оригинальны, вы просто говно, блядь. Да не хочу тебе ничего говорить. Ты уёбок. Причем девственник. Я дрочишь на телку, которую лапал мой брат, блядь. Вот это действительно охуеть. Показатель, конечно. А что еще может быть показателем? Твои 7 часов в день наигранных и 6 аккаунтов. Вот это точно показатель дебилизма, блядь. Неумение развести телку на секс, вот это тупо показатель, блядь. Ну да, наверное, немного, если ты еще дрочить побываешь. Наверное, тебе стоит завести еще пару лаков. Да нет, ты можешь угорать бесконечно долго, но как бы всю хуйню видно. Просто я тебе хотел донести ту мысль, что как бы, ну, все видят, и думают, что ты самый умный. То есть ты купил себе 6 аккаунтов? Нихуя ты дурак, блядь. Надо быть полным мудаком, конечно. Да. Да, но только фишка в том, что я не покупал аккаунты себе. Я регил их себе, когда были бесплатными. Хучер, а ты пиздобол, у тебя дата регистрации свежая, а сейчас свежие нельзя просто зарегистрировать, их надо покупать. А что ты себе их купил, и ты признал, что ты их купил, что сейчас начинаешь сзади включать?
Этого, у этого одного или максимум двух 2007, остальные-то все. А зачем тебе такое количество аккаунтов? Да прикол-то в том, что ты даже с ВХ никого не ебешь, вот в чем тема-то. Ну как же ты здесь играешь, если он тебя забанил? Подожди, банят не за то, что больно. Это лохи банят за то, что больно. А банят за ВХ, за нарушение правил. У тебя четкий ВХ, тебя забанят, какие вопросы? А, ты вспомнил? Ну молодец, тогда не надо пиздеть, блядь, сначала. Да, четкий нарушитель, чё? А чё мне продолжать? Я не стесняюсь, блядь. Я просто сказал, что ты лох своего хака. Вот и всё, блядь. Чё стесняться-то? У тебя нет оправданий. Ты говоришь, ха-ха-ха, я типа всех траллю, я вот такой, блядь. А чё мне ещё говорить? Ты тупой, что ли? Я рассказал, все всё поняли, блядь, кому надо. Это ты чё-то нервничаешь, блядь, продолжаешь что-то типа траллить, блядь. Хотя основной троллизм, блядь, заключается в том, что ты, блядь, лох-девственник. Вот в чём троллизм-то, блядь. Причём ещё живёшь в Казахстане. Я нервничаю, да мне вообще похуй, это ты создал себе кучак и с них играешь, мне это вообще поебать. Выше ты писал? Да нет, здесь фишка в том, что у тебя гигантская попа-боль, потому что ты пытаешься, блядь, раскачать себе аккаунт, на котором КД выше, чем у кого бы ты ни было. Типа ты дохуя пиздар. Не знаю, я за этим не слежу. Я просто вижу тенденцию. А эта тенденция говорит о том, что у тебя попа-боль дикая. У тебя несколько аккаунтов, ты все их качаешь. Ты выходишь, когда начинают нормальные игроки играть. То есть ты качаешь аккаунты специально. Это говорит о том, что это попа боль. Иначе, ну, нормальный человек не будет качать аккаунты, которые не объективны по своей сути. Я себе создал аккаунт, потому что меня везде банят, блядь, за мои разговоры правильные. А зачем ты делаешь себе аккаунты, кроме того, как просто надрочить их? У меня нет ответа. Ты прокачал два аккаунта на драйве, по-моему, два на щитки ты прокачиваешь и два на КД, если мне не изменяет память. Да нет, ты хуёвый, просто видишь, тебе нечего опять сказать, когда тебя поймали на всей хуйне, блядь. Да мне похуй, где ты их прокачиваешь, мне вообще поебать. Я тебе просто говорю про сам факт того, что ты их качаешь. Этот сам факт говорит о том, что ты лох, блядь. Я тебя на чем не ловил, я сказал, что ты лох, вот и все. Ты пытаешься сказать, что ты не лох, а я тебе объясняю, что ты лошина, блядь, вот и все.
Да, я тебя поймал на том, что у тебя куча аков. Ты дурак, что ли, совсем, блядь? Да не, во-первых, у тебя никогда не будет поймать меня на словах. Я тебе сказал, что... Я единственное, на чем тебя поймал, на том, что у тебя куча аков. Все, блядь. И ты это признал. Ты качаешь два аккаунта, блядь, на одном, на втором, на третьем. Один на КД, другой на статую и так далее и тому подобное. Ну и чего? И что ты после этого говоришь, что я тебя ни на чем не поймал? Тебя словили, блядь. Второй, бля, вопрос был, на который ты не ответил. А зачем ты это делаешь? Зачем тебе куча аккаунтов? Зачем ты один качаешь тупо на КД, другой на очки? Давай ты сейчас не будешь, блядь, цепляться на какую-то хуйню. Есть простая тема. У тебя 6 аккаунтов. Из них ты кучу качаешь на КД, какое-то количество качаешь просто на стату. Я тебя спрашиваю, зачем ты это делаешь? Можешь ответить на вопрос? Нихуя себе, блядь. А можешь себе, блядь, ногу сломать? Иди сломай. А знаешь, в чем дело на самом деле? Тема в том, что смотри, ты хочешь убить несколько зайцев. А, быть круче, чем был, кто бы ты ни было. И Б, сделать так, что типа ты на самом деле не задрот. Поэтому у тебя несколько аккаунтов, и как бы их нельзя пропалить. Вроде как ты думаешь. Да мне вообще похуй, кто там круче, не круче. Мне вообще на игру насрать, блядь. Но ты меня нигде не круче, ни в игре, блядь, ни в жизни, поверь мне. Просто тема в том, что ты реально хуяришь совокупность со всех хаков по часов по 7, наверное, в день. Понимаешь, у меня миссия такая в жизни, мой крест, наверное, что я лохам объясняю, что они лохи. Вот и все. И тебе, лоху, я объясняю, что ты лох, чтобы ты не думал, что никто этого не видит, бля, понимаешь? Ну вот агент, например, получил леща сейчас. Ну это ладно, лайтовый был. Да, праведник, а что делать? И всем же быть такими гандонами, как и ты. Во вселенной баланс. На каждого такого гандона, как ты, найдется такой праведник, как я. Знаешь, круто. Да это не круто, это нормально. Самое прикольное то, что ты совсем соглашаешься и даже не пытаешься ничего сказать в обратку, блядь. Ты сначала пытался потралить, блядь, но заснул хуйца, потому что понял, что тралли, блядь, тут нахуй не живут, и тебя, блядь, выебут в жопу с твоим траллизмом, блядь. Не, по делу ты дорожишь своей репутацией, потому что если бы ты был в твоем классе, ты бы сейчас отмазывался, что это далеко не так, что ты на самом деле крутой парень. А так как это здесь происходит, где тебя особо никто не знает в реальной жизни, то ты типа тралишь, блядь, типа. Да нет, ты лох какой-то, согласись, что ты задрот, какой ты крутой, ты, блядь, что гонишь, что ли? От того, что ты какой-то вафел сказал, что ты крутой, блядь, ты не стал от этого более крутым. Ты обычный задрот, блядь. Я даже сказал, не обычный задрот, а задрот обычный, блядь, как биология, нахуй. Конечно, похуй. Потому что для него игра не более чем хобби. Если я говорю в контексте плохо, если мы сравниваем игру и обычную жизнь, реально.
Игра это хобби, блядь, на которое можно уделить какое-то количество времени, но если она начинает идти в разрез какой-то, ну, обычной активной жизни, то, естественно, на игру забивают хуй. В принципе, как сейчас и происходит и у него, и у меня, да и вообще везде у нормальных людей. Только хучер, блядь, может создать себе кучу, блядь, аккаунтов, блядь, и сидеть под ними. Чать можешь. Потому что его он дрочит на эту хуйню. Потому что ему было тупо стыдно за сборную, которая не могла нормально играть, блядь. Которая не могла нормально, блядь, выиграть. Да какой они выиграли? Это, блядь, выигрышем нельзя назвать. Это стыд, блядь, и позор, нахуй, не выигрыш, блядь. Как ты помнишь, когда Джерк сделал сборную, они выиграли на честных условиях и все уважали, блядь. А когда эти гоблины, блядь, играли, они вроде как формально выиграли, но ни с одной стороны не было респекта вообще, ни с одной. Их все срали, блядь, как пидорасов, блядь. Хучер, блядь, а может ты, блядь, откроешь свои глаза, зайдешь, блядь, на Nations Cup и посмотришь, какой у кого КД, блядь. И может быть ты тогда посмотришь, что у Джерка, блядь, самый первый КД, нет? Только скрины-то остались, могу тебя кинуть, блядь, чтобы ты не пиздел больше, блядь. Еще раз, для тупых, у Джерка лучший КД на Nations Cup, блядь, в командной игре, блядь. Какие вопросы, нахуй, счет? То есть получается, что он лучший игрок, блядь. Смотри, если я сейчас тебя кидаю и выясняется, что я прав, ты ставишься ник пидорас и пиздобол, блядь. Нет? На всех аккаунтах, блядь. Джерк не только на Френзи играл. А, то есть ты, блядь, агент хуепутала считаешь Англию нубами, блядь, или чё? Слышь, бля, уёба, Англия это нубы, блядь, ответь мне, хуепутала. С немцами он играл обе карты, кусок говна, блядь. Старина и Френзи, если ты, блядь, что-то не знаешь, заткни свою варежку, уёба, блядь, не пизди, понял? Слышь, мудила, блядь, агент хуен, блядь, ты только что спизнул два варианта, блядь, которые оба неправильны, заткни варежку, иди нахуй, понял, блядь? Я не злой, я адекватный, когда вмешиваются хуепутало, которые нихуя не знают, блядь, вообще нихуя. Оба раза проебывается все, что сказал, блядь, и после этого что-то начинает, блядь, гадать, нахуй, на кофейной гуще. У вас вообще, блядь, у лохов попоболь, блядь, на Джерка, на меня, блядь, вы адекватно вообще не можете мыслить. Джерк иногда играет. А попу-боль в том заключается, что вы стремитесь вспомнить любой плохой счет, любой, блядь, оступ Джерка и сказать, что на самом деле он не игрок, а говно, блядь, а вы на самом деле все охуенные ребята, блядь. Только вот скрины и вообще факты доказывают обратное, что вы лохи, блядь, полные, конченые, блядь, а Джерк нормально все делает. Ну если он реально говно, так что ты ему тогда всегда проигрываешь, скажи мне? Признаешь в том, что задрот, ставишь, блядь, аватарки тёлки, которые он, блядь, лапал, нахуй. В чём тогда, блядь? Если он говно, то кто ты тогда, блядь? Забанили тебя за то, что я волхак, блядь. Тебе уже сказали. Ты мега задрот, единственный. А скрины есть? Скрины и демки есть? Давай, кидай, заливай, и, блядь, я посмотрю на неё. Тем более, как можно говорить, что он всосал с тебя в ухак, блядь. Расскажи мне. Ну понятно, попка не от тебя, не сначала, короче, нет тебя нихуя, блядь. Что по квартире, чё, блядь, что, какой вопрос, блядь. Как можно всосать, если у тебя в ухак, я не понимаю, блядь.
А при чем тут Элла, блядь? Может ей кинуть Фрэнзи, где у него 45-5 счет, или чё? А при чем тут Элла? Да, Элла не его карта, и что, блядь? Чё, у нас весь чемпионат строится на одной карте, что ли? Да, единственная карта, на которой он не очень хорошо в тот раз играл, это Элла, и чё, блядь? Он был капитаном и выиграл, блядь, кубок. Какие вопросы, блядь, к нему я до сих пор не могу понять, блядь. Нет, лох ты, хучер, блядь. Потому что ставишь аватарки тёлку, которую ты в жизни не видел, блядь. Как может быть пред лучше, если у него счёт хуже, блядь, объясните мне. А то, что его хакнет, это понятно. И это играл далеко не на всех картах. При этом играл только там, куда его ставил Джерк. И вообще агент уже проебался, блядь, два раза подряд, блядь, когда ты не понял вообще, где Джерк играл, нихуя не помнишь, а при этом открываешь свой хавальник, блядь. А почему у вас, блядь, вообще у всех, блядь, такая тенденция, что Джерк лох? Причем самое интересное, что с кем не разговариваешь, ты тет-а-тет, блядь, говоришь, а ребята, а в чем конкретно Джерк не прав? И все начинают жевать сопли, блядь, с такой утроенной силой, что просто пиздец, блядь. Любого лоха дергаешь, говоришь, а в чем он лох-то? Ну вот, хуже говорит, просто лох. Понятно, все, аргументов ноль, блядь, значит ты лох. Он не лох хотя бы в том, что он, блядь, два раза выиграл Nations Cup, блядь, в составе капитана. И выигрывал, блядь, европейский турнир одиночек, блядь. А кто ты, блядь, я хуй его знаю. Но плюс ко всему он бахал твою тёлку, блядь, бахал её в дёсны, блядь, и всё нормально у него было с этим. Ну, вообще центр лох, потому что он отсосал, блядь, на лане по полной программе, блядь. Пригласил кучу лохов с собой, всосал, блядь, на лане. И, в принципе, блядь, настолько переживает за жизнь Джерка, что и, блядь, его окружение, что ездит даже в разные города, блядь, ближайшие, чтобы выяснять, а действительно есть такие люди, блядь, или еще что-то. В центре это лох, блядь, конченый. А Джерк готов всегда сыграть еще раз, только в центре что-то не хочет, блядь. А, ну хорошо, ну четкий, значит четкий. Если для тебя полуармян, полуублюдок, это четкий тип, ну окей, вопросов нет. Да не-не, так ты меня не затравишь, ты что гонишь-то, меня вообще похуй на центре, блядь. Я не распинаюсь, я просто отвечаю на вопросы, которые мне задают, вот и все. Медведь выигрывал Джерка. Можно демку и скрин? Можно демку и скрин? Можно демку и скрин? Ну вот когда найдешь, тогда давай, я посмотрю. Сок-то скрина не может быть, потому что тогда сервер выключился. Вы сказали, что у тебя есть на био скрин, блядь. Давай, я его хочу увидеть, блядь. Вы уж не знаете, с какой стороны подойти и чё, блядь, ляпнуть, как шавки, блядь. По сути, нет нихуя. Ты вообще в этот момент не играл в принципе, чё ты, блядь, рот-то открываешь? Вообще, весь интернет состоит из двух-трёх лохов, типа, центре, у которых грандиозное попу-поле от того, что они играют хуже, и которые всем рассказывают, какой Джерк плохой и какие они хорошие.
начинаешь с людьми разговаривать тет-а-тет, выясняется, ой, ты спрашиваешь, а что ты так говоришь-то, блядь, ты же не знаешь зеркало вообще. Ну вот, мне рассказали, а ты что тебе рассказали, что ты веришь всему, что тебе рассказали? Ну вот, ребята не будут врать. Начинаешь выяснять, и оказывается, что просто все, блядь, пиздоболы и повторяют одну хуйню, как мантру. А на деле никто ничего не знает, просто все рот открывают. Вот как сейчас агент тоже, блядь, выебнулся. Там это так, два раза спизнул, два раза неправильно, блядь, здравствуйте, нахуй. Нахуй ты вообще рот открываешь, ты вообще не в теме. В принципе, по сути, никто из вас никогда у Джерка не выиграл. Вот так, если глубоко копнуть. Но пиздят все, блядь, каждый второй пиздит, что я Джерка въебывал. Да хули Джерка, блядь, я даже не могу найти в интернете человека, который у меня выиграл бы хотя бы раз. Кто-нибудь из вас выиграл у меня хоть раз? Хотя я играю гораздо хуже Джерка, блядь. Но с кем дуэли не играю, все хуй сосут так, что, блядь, за ушами трещит. А я скрин от тебя просто жду, вот и заткнулся, жду скрин от тебя, блядь, а скрина никак нету, блядь. Вот и молчу, сижу, грущу, блядь. Скрин того, как Джерк проебывает на всех картах мира, блядь, жду скрин. С чего угодно, блядь, с любой карты жду скрин. Сбил тут кто-то орал, блядь, давай, жду скрин. Тут пиздоболить гораздо, блядь, а ничего не могут предложить взамен. Что? Он лох по одной простой причине, что никакой нормальный тип не будет создавать себе 6 аков, блядь, ставить на аватарку тёлку, которая ему никогда не даст, и которая его лютый враг Джерк, блядь, лапал, блядь, и трогал пизду и сиськи, и всё, что только можно. Какой нормальный тип это сделает? И самое интересное, что Джерк отбил у неё тёлку, когда он с ней встречался, потому что когда он с ней типа встречался, правда, он в Казахстане, а одна, блядь, в Ростове, или в Тамбове, я не помню, где она, в Тамбове, наверное, у них были одинаковые ники, блядь, одинаковая хуйня. А потому что ей было мало лет, поэтому ебать ее нельзя, блядь, понимаешь? А где Джерк и статус, можно понять? Вот я кинул какой-то скрин, а где Джерк там и где статус?
А я что-то не понял, разные люди, разные карты, что ты мне кинул-то? Любой человек может взять ник, блять, эйс, хуй эйс, джерк, блять, и всякую другую хуйню. Подожди, а что я должен был сказать? Ты кинул какую-то хуйню и говоришь, это доказательство того, что джерк проебал. А я тебе говорю, это разные карты, разные ники, разные люди, блять. Что ты хочешь доказать этим? Я понять никак не могу. Если ты мне кинешь реально доказательство, я скажу, да, наверное, это так. Я за джерком не слежу, за всеми его передвижениями. Я просто хочу понять, было такое или нет. Бля, все говорят разные темы. Скажи. Ты мне не можешь доказать. Ты кинул один скрин со Steam, а не с игры, а другой ты кинул вообще совершенно другой скрин, где разные люди сидят и разные карты, блядь. Ты о чем вообще говоришь? Какое доказательство? Я попросил тебя доказательство. Это не доказательство, это какая-то хуета, извини, конечно. Разные люди, разные карты. Что это доказывает? Я понять никак не могу. Любой человек может поставить ник джерк. Я могу поставить ник джерк. И чё? Я видел уже, блядь, миллион людей с ником джерк, блядь. И чего теперь мне? Хотя при этом он сидел рядом. Вот как так было, блядь. Любой человек может поставить его ник и сказать, а, вот джерк кому-то въебал, блядь. И чего? Уже было, блядь, миллион ситуаций, когда всякие хуйпутлы ставили себе ник джерк, делали скрин, говорили, ой, а джерк мне проиграл, блядь. Это гнячо. Тебе не похуй, если ты хранишь какие-то скриншоты, блядь, и пытаешься сказать, что это еще какое-то доказательство, понимаешь? Тебе уже не похуй. Я не понимаю, где доказательство. Ты кинул два разных скриншота с разных игр. Где доказательство? А мне не надо ничего доказывать, он сам это подтвердил. Я ему сегодня задал вопрос, сказал, да, я был, ха. Я просто не скрины, а доказательства. Если быть точным, я сказал, есть ли доказательства в виде скринов? То, что ты кинул, это не доказательство, скрины какие-то разные. Подожди, он кучу раз говорит, что он волхак. В чем, что еще нужно? Какое доказательство нужно, я не понимаю. Чистосердечное признание облегчает вину, смягчает и... Подожди, подожди. У тебя два разных скриншота с разных карт. Ты что пытаешься с разными людьми, причем? Что пытаешься доказать-то? Пытаюсь понять. Ты кидаешь мне два разных скриншота с разными людьми, с разными картами. И говоришь, это доказательство того, что джерк проиграл. Ты что, дурак, что ли? И что? Еще раз, для тупых. Ник, любой человек может поставить любой ник. И плюс ко всему, насколько я помню, на первом скрине непонятно, что карта закончилась. То есть доказательств нет никаких у тебя, по сути. Короче, нет у тебя никаких доказательств, ты успокойся. Вы все живете в какой-то другой вселенной, где нет доказательств, но в этой вселенной джерк всем проигрывает. Но доказательств нет. А джерк живет в другой вселенной, где он никому ничего не говорит, но если кто-то залупается, у него есть всегда доказательства. Демка, блядь, скрины и вся хуйня, что он выигрывал. Самый трэш, что я иногда играю, мне говорят, а, бля, я тебя Ави въебывал. И я джерка въебывал, я всех въебывал. Я говорю, доказательства можно? А, нету доказательств. Но все выиграли, и джерк лох, да, конечно, лох, блядь. Только что-то, блядь, доказательств нету. И когда бывает какой-то, блядь, небольшой хотя бы турнирчик, блядь, на этих турнирчиках что-то вас не видно никого, блядь. А что, разве не въебывал тебя? Ну было же. Давай на лане с тобой сыграем. Я с тобой сыграю на лане. Ну вот насколько мне говорят, что агента, блядь, добавляли в стиме и хотели с ним сыграть, а он что-то, блядь, включил третью заднюю и не стал играть. Не расскажешь, почему ты включил третью заднюю?
ты орал на другой аккаунт, на нашего друга, блядь, что ты сыграешь, типа, блядь. Кого ты добавлял, пиздобол, блядь? Ты уже сегодня два раза спизнул при мне, блядь, дебила кусок, нахуй. Ты назорно орал, что ты Джерка, испугал с ним дуэль играть. Чё ты, блядь, рассказки-то рассказываешь, ты со всеми тут играл, блядь? А чё ты с Зораном не стал играть? Тогда остальные 5 карт почему он проиграл? Нет, это не Джерк. Когда-нибудь вы увидите Зорна, блядь, и прикольнете. Ну давай, проверь. Ну вот мне рассказали, что Тиранус уже ездил, блядь, в железнодорожный взор, ну и проверял. Давай завтра вечером вместе с ним съездим. Давай, давай, завтра. Хочешь, я лично приеду, и мы съездим, блядь. Я как раз хотел к нему ехать в гости. Давай вместе встретимся и поедем. Пускай добавляет сейчас меня в стиме, и завтра я готов съездить с вами со всеми с лохами, блядь. Добавляй давай. Просто у Тирануса такой батхер, что просто пиздец. Он аж, блядь, он аж пытался меня поссорить с моим другом, хотя... Но у этого армяна, блядь, батхер еще такой, что он, блядь, вообще лезет во всю жизнь. Я ему, правда, позвонил один раз, сказал, что будешь лезть, я тебе голову оторву. Он вроде как успокоился, блядь. Похож на дедушка армян, тебе, блядь, кинут доказательства, что ли? А чё ты тогда орёшь, что он не похож, блядь, если ты знаешь всё? Да, конечно, важно, что он, блядь, он пытается, блядь, за правую движ, блядь, качать что-то типа дохуя националист, правда, его поступки сильно расходятся с его, блядь, так называемым, блядь, образом в сети, что он дохуя за правду, за всю хуйню, правда играет с волхаком, блядь, а так он вообще за правду. Дедушка армян, а так он русский националист, конечно, блядь. Мы об этом рассказывали. И самое интересное, что когда он... Не было такой игры, как в сети, блядь, и это все отметили. Короче, если он хочет, пусть добавляет меня в стиме, блядь, и мы договорим. А сейчас вы похожи на лохов, которые тявкают и пытаются что-то доказать, а доказательств нет никаких, блядь. Просто какие-то придумки свои, блядь, вот и все, больше ничего. Но я, пожалуй, выйду серо, потому что я сделал 2 пиздатых фрага на агенте на квартире, и аривидерло. Лохи.